читателей творчества Владимира Высоцкого. Наверное, в каждой стране мира в любые времена рождались люди, чья деятельность, чья жизнь влияла на ход истории, оставалась в умах людей. И Владимир Высоцкий, безусловно, один из таких людей. И сегодня, в день его памяти, здесь, в театральном сквере, мы открываем памятник. Памятник, который сделает наш город еще краше. Памятник, который затронет сердца многих людей. Памятник, который, безусловно, станет одним из культовых мест нашего города. Но более подробно и, наверное, с большей любовью об этом памятнике сможет рассказать человек, благодаря которому это событие сегодня состоялось. Итак, глава города Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев. Добрый день. Во-первых, огромная благодарность всем, кто сейчас, несмотря ни на погоду, несмотря ни на время, занятость, пришли сюда, кто пришел сюда. Мы все разные. Каждый из нас личность, но есть что-то, что нас объединяет, делает нас гражданами одной страны, делает нас людьми убежденными, целеустремленными. В конце концов, это делает великой страну. Мы, наши убеждения, наша любовь к чему-то, уважение воспитывает нас. И мы совершаем такие поступки, которые продвигают общество, жизнь, страну к лучшему. Владимир Семенович Высоцкий, когда я родился, он уже был известным. Мне не довелось, к сожалению, в жизни его увидеть. Но для меня это не потому, что я сейчас открываю памятник, это моя мечта, моя инициатива. И спасибо всем, кто меня поддержал, что мне удалось это воплотить, что здесь у нас в Владивостоке, где он был и выступал, у нас появляется такой памятник. Но для меня всю жизнь он был всегда тем, который давал мне силы. Когда мне было тяжело, когда было порой не в моготу, послушаешь Высоцкого или томик, прочитаешь, у меня в каждом моем автомобиле, значит, всегда, где бы я... Не то, что у меня так много автомобилей. Где бы я ни был, у меня всегда в моем портфеле есть маленький томик Высоцкого. И я, когда вот усталость, когда тяжело, открываешь, знаете, есть даже примета такая, как Библию. Говорят, откроешь, на какой странице, какой прочитаешь, это как подсказка в жизни. Вот так и с Высоцким. Еще этот памятник необычный, он поющий. Насколько нам известно, мы просмотрели все памятники Высоцкому, когда делали. Идея пришла давно. Мы больше 3 лет занимались, вообще искали форму, как он должен выглядеть, где он должен быть расположен, какой он должен быть по размеру. То есть это не памятник как таковой на пьедестале. Это скульптура городская. Потому что он народный, потому что он в сердце у каждого из нас. И, на мой взгляд, и мне тоже очень приятно, разные скульпторы предлагали свои работы. Мы со всей страны собирали. Но мне очень приятно, что наш молодой парень, Петр Чагадаев, владивостокский, он выиграл этот конкурс, потому что, на наш взгляд, он предложил самую лучшую форму. Он, на мой взгляд, наш памятник лучший. И еще вот особенность его, этого памятника, что он будет со звуком. По задумке будут звучать песни Владимира Семеновича в его исполнении круглые сутки, круглый год. Чтобы, вот я сказал, как Библия, томик этот Высоцкого для меня, чтобы по задумке, вот где бы мы ни были, вот как-то настроение, наоборот, радостно или, может быть, тяжело, но вот сюда пришел, на это место, тех, кто любит творчество Высоцкого. Послушал песню, как повезет, какая будет в это время звучать. Но все они про жизнь, все про нас, все про каждого. И это будет такая подсказка, это будет даст энергию. Я думаю, что это место силы такое будет. Это, я надеюсь, будет одним из любимых мест в Владивостоке. Вот здесь нет в окружении жилых домов
думаю, что не будет никому мешать. Недавно я встречался с коллективом Академии искусств, и вы сказали, что, может быть, будет мешать. Мы постараемся сделать так, чтобы звук был так слышен только тем, кто здесь рядом с Владимиром Семеновичем, и чтобы он не мешал никому. В общем, это такая довольно смелая идея, и, как всегда, не может быть 100%, чтобы это поддерживать. Но я надеюсь, что этот памятник полюбят владивостокцы и гости города, и он будет нам нашей еще одним такой изюминкой нашего города, еще одним украшением, местом там, притяжения, силы, если хотите, для всех. И это будет ближе, допустим, для молодежи. Кто-то заинтересуется из молодежи и заинтересуется творчеством Владимира Семеновича. И будет знать. У меня, например, как говорят, братья, например, которые моложе меня, тоже подсели на Высоцкого. Потому что, услышав, послушав, поняв его, мне кажется, никого он не может оставить равнодушным. И еще, я считаю, что... И это тоже не мои мысли. Я согласен с тем автором, который я читал статью, что величайший поэт и внес вообще в наш язык Александр Сергеевич Пушкин. Безусловно. Но Владимир Семенович, чем дальше мы отдаляемся, тем мы больше понимаем, что он по величине сопоставим. И многие уже его фразы, обороты речи вошли в нашу жизнь и стали... Мы используем даже каждый день какие-то фразы, которые из песен, из стихов Владимира Семеновича. И мы даже этого не замечаем. То есть он повлиял на каждого из нас. Потому что, как мы думаем, мы говорим. Это оказывает на нас воздействие, на всех. То есть я считаю, что это величайший такой, величайший человек. И здорово, что он был в Владивостоке, что у него есть песни о Владивостоке, что он писал. И сейчас проходит выставка в Доме офицеров флота. Я вот только что... с торжественного собрания в Доме офицеров был, зашел на эту выставку. Там есть из его блокнотов выдержки, где он писал песни во Владивостоке, который ему Владивосток навеял. Это так связано, и это так здорово. Мир так тесен, и в то же время он большой, разнообразный. Вот я считаю, что сегодня один из таких больших, важных дней, событий для людей творческих, для людей разумных, думающих, для людей, любящих свой город, страну, свой язык. Поэтому спасибо всем, кто пришел. Спасибо за поддержку. И давайте будем вместе поддерживать, сюда приходить, встречаться и на день памяти, как сегодня. Спасибо. Мы хотели пригласить Марину Влади и сына, но мы не были уверены, что строители сдержат обязательства и все сделают в срок. И что мы сможем доставить памятник. И поэтому, не стали рисковать. Сегодня, в общем, сюда пришел, в основном пришли жители Владивостока, ценители Владимира Семеновича. Обязательно мы пригласим родных, близких, друзей Владимира Семеновича. Обязательно сделаем творческую встречу. Это будет в будущем и довольно скоро. Ну а сегодня такой день. Спасибо всем, что мы здесь. Спасибо. Спасибо вам.